Всем привет, с вами Крадлс, играю на Радвире на 11-14 взятых серверах. Вводите мой ник при регистрации с Интера Крадлс, также промокод через команду по коду Крадлс большими буквами. Он дает вам 50 тысяч, также я накидываю бонусом за него 25 тысяч, и с промокода чисто вы получаете 75 тысяч. И также за ник я накидываю 70 тысяч, то есть реферал, вы получаете 145 тысяч. Это очень хороший старт, чтобы начать играть на Радмире, так что юзайте промокод, юзайте ник и забирайте большие бабки. Ну, а перед началом видеоролика я хочу вам прорекламировать по стариночке наше казино. А вот здесь у нас вход. Сейчас покажу месторасположение этого казино. Казино в Луткарино, здесь актив даже очень хорошенький. Вы играете в рулеточку, если, конечно же, вы хотите. Теперь сделали универсальный доступ, то есть вы подходите, нажимаете левый Alt, заходите, играйте, будем всем рады. Сегодня у нас путь бомжа, мы на 9-м сервере, сейчас мы пробежимся по рыночку и посмотрим, что здесь есть. Здесь только что продали Ешку, Тайкан здесь стоит, мне кажется, дороговато. Давайте пойдем сюда и сразу же выключим ники, потому что, быть может, будет лагать. И переключим погоду, вот на вот такую. Все четко, здесь бэха есть какая-то за 3 миллиона. Уракан как-то дороговато. КСК не знаю. Audi R7 3 миллиона точно не стоит. Ferrari не знаю. Соблазнительных вариантов я пока что не нашел, поэтому, когда я найду, я обязательно включу запись, тогда мы посмотрим, что почем, и может даже быть купим. Нашел Ferrari Portofino за 7 миллионов 400. 7000 пробега, говорит FT. Сейчас мы, конечно, это просмотрим. FT или не FT, даже тест-драйв не брал, поэтому надо посмотреть. Flashcar, загрузить транспорт. Так, пишет, что он не здесь, значит, надо отбежать. Так, где-то здесь. Да, вот Феррари наша. Открыть транспорт. И посмотрим на наличие пневмы сразу же. Где у нас S-панель? Нету, нету. Значит, гидравлика есть. Что здесь еще может быть? Диски вроде есть, вроде не соковые. И тонировка прям видно, что здесь у нас присутствует. Но думаю, продать можно будет за миллионов так. Точнее, выставить за миллионов 9 и продать за миллионов 8. Купили за 7,4. Думаю, нормальная цена. Сейчас надо съездить до автомойки и убрать вот эту полосочку, чтобы не капал из носа, если он капнет, конечно. А если капнет, то придется снимать там 1100, может даже чуть больше. Вот мы и прибыли на булрынок. Выставляем, наверное, за миллионов. Так, 9600. Нет, давайте 9800. Раз, два, три. Все, выставили, теперь будем ждать покупателей и давайте, наверное, пробежимся по тачкам, что здесь продают. Здесь продают F90, но я уже с ним пытался договориться, не получилось. DeLorean, опа, Rolls-Royce, что-то как-то даже дешево, мне кажется. Сейчас спросим ПТС. А, так это... А, нет, это не та. Просто мне это... Валерия, да, Валерия, продала Ferrari. Я подумал то, что это ее. Давайте в смс-очку ему напишем 1320526. Спросим краешек. Край говорит 6,5. Ну, я думаю, за 6 было бы идеально. А, так, давайте спросим 6. Есть Chevrolet Camaro, есть S500, BHF 90, Gelic 6x6, понятное дело, он не актуален, я уверен. Кавасаки, Ночелик вкашет и Феррари с Audi R7. Ну, конечно, выбор здесь вообще маленький. О, появилась Ешечка, но с 2 миллиона считайте, что стоковая Ешка не совсем интересна нам. Давайте поднимемся на следующий этаж. Здесь есть Тайканчик, есть Chevrolet Corvette, есть X6M за 10 миллионов, M4, но это дорого, и X6M старый за 3200, но это как-то даже дороговато, мне кажется. Ладно, давайте будем продавать, наверное, нашу ласточку, то есть Феррари. Если будут какие-то подходящие варианты, я включу запись, и мы обязательно купим эту машину. Так, я нашел подходящий вариант, 6 миллионов за Rolls-Royce в Райт. Так, спасибо Егорке. Так, пожать руку. Ладно, мы помахали. И сейчас поедем продавать, точнее перепродавать квартирку. Тебе спасибо. Брали мы ее вроде как, за 550 тысяч. Сейчас я еду продавать за 700 тысяч. Также Артуру Шатнеру привет. А мы поехали в Южный к покупателю. Короче, в итоге тот покупатель соскочил, я нашел второго, только уже не на 700 тысяч,
На 600. Это, конечно, печально, но все же. Можем перепродать и уйти в плюс небольшой. Sell my home 76600000. 600 тысяч улетает КВшка, плюс 50 тысяч. Он заколебал уже свои 10 тысяч скидывать. Че, они так ему важны, что ли? Или что, не понимаю. Короче, наглядный пример, челик слился, понятно с ним все. Блин, чувак просто такой мутный, я не понимаю. Понятно, он, короче, с кем-то там договорился, с квартирой какой-то. Тогда пошел он нафиг, я найду другого, даже за 550 тысяч я ему ради принципа не буду продавать, даже за 650, если он, конечно, предложит, но он не предложит. Ладно, давайте найдем покупателя, и я включусь. Все, нашел покупателя на квартиру, значит, пусть он заходит на первый этаж. Квартирка на первом этаже, sell my home, за 650 тысяч продаю. 72, 650, раз, два, три. Так, бери, покупай. Все, 650 тысяч купил, спасибо ему. А сейчас мы идем на слет, но это уже отдельный видеоролик. А этот видеоролик чисто так по перекупу. Получается, мы из квартиры наварили целых 100 тысяч. Поэтому встречаемся уже на Бурынке, когда я смогу туда зайти и приехать. Так, покупаем квартирку у Дмитрия Ликвида. У Дмитрия Ликвида. Ему передаем также приветик и также покупаем у него квартирку. Покупаем за 680 тысяч. Думаю, цена нормальная. Конечно, в прошлый раз мы продали квартиру за 500 тысяч, пошли на ловлю, но это, конечно, такое себе. Но ладно, что же делать? Экономика растет, цены поднимаются. Я на этот сервер не заходил уже где-то, наверное, неделю. Ну а сейчас мы поедем на Бурын и будем продавать тачки. Такс, у нас здесь торги даже очень хорошие. А я продаю Rolls-Royce за 6 миллионов 200. Так, 6,3... А, нет, за 6,300. 6,300, что-то я вам не то говорю. Так, Rolls-Royce Wraith, все, 6,300. Чувак берет, не берет. Да, берет, все. Четко. Плюс 300 тысяч. Даже очень хорошо. Осталось нам только продать вот ту Феррари синенькую. И посмотрим, мы в каком будем плюсе. Владу Франческо привет. И спасибо ему за шляпу такую, которую мне подарил. Я ее продавать, само собой, не буду, потому что подгонщики не продают, подарки тоже не продают. Ладно, все, давайте попытаемся продать эту Феррари, и когда я уже найду покупателя, я обязательно включу вам запись и дам вам знать, за сколько я ее продал. Бобби Малиновского привет, а мы продаем сейчас Феррари за 6 миллионов, sell my car. Почему 6 миллионов, сейчас я вам скажу все. Так, 6 миллионов, все, за 6 миллионов, не за 600 тысяч. Савелио Кули тоже привет, и всем тем, кто здесь стоит, всем моим подписчикам тоже привет. Так, значит, мы в минусе большом 1,5 миллиона. И как бы это не очень нас радует, потому что мы ушли в минус, и я так понял, то, что Феррари эти не окупаются, то есть, ну, не окупаются, они стоят 7,4 миллиона. И как бы вот, я, значит, не прошарился за эти Феррари, взял юзтуру на эмоциях, так сказать. Чувак спрашивает, который мне продал, сколько в плюс. Да, в плюс большой, очень большой. Давайте пробежимся по бурыночку, надеюсь, меня не лагает, на это очень надеюсь. Ну, давайте выключим все же ники, личные настройки, ники в чате, все, выключили. Теперь можно пробежаться, чатик выключим. Бэха, что здесь, цешка. Так, давайте пробегусь и скажу, нормально есть что-нибудь или нет. Короче, особо тачек таких-то для выгодной перепродажи и нету. Поэтому, наверное, закончим на этом наш видеоролик. Мы сегодня перепродали две машины, ну то есть как сегодня. Вообще для меня 2 недели или три, потому что я не записывал этот путь бомжа давно, давненько. Не заходил где-то неделю, полторы, а даже может больше. Ну ладно, на этом будем прощаться. Всем спасибо за просмотр и всем пока.